И всем привет, друзья, с вами Вика. И сегодня, да, я уже прискакала на лошадке своей домой, я ее загнала в загон. Алина, кстати, давайте я вам самое главное покажу, самый прикол этой серии. То, что Алина, она там сделала такой механизм, смотрите, получается, это типа душ. А вот это за лишняя, да, штука? А, да. Смотрите, вот. Получается, нажимаешь на кнопочку. Ай, и льется вода, и типа ты моешься, там купаешься, такое. И нажимаешь потом обратно на кнопочку. Нажимаешь на кнопочку, и вода пропадает. Это очень прикольно, если честно. Алина молодец. Душ вообще. Я не знаю, конечно, что происходит в этой стране. Но сегодня я хочу исследовать одну шахту. Такая она такая будет. Такая огромная, если честно. Алина, может, пойдем с тобой вместе? Давай переключись на выживание. И ура! Алина в первый раз переключится на выживание. Я очень рад. Я хочу тебя примерить. Иди ко мне. Да, я чаровала. Я взломлюсь. И смотрите, я вам покажу эту шахту. Вот она, она такая огромная. Смотрите, какая она огромная. Там я вижу уже уголь. Что там еще? Может, алмаз? Потом опа, иди, там водичка уже есть, это уже радует. А не, она совсем там малость маленькая. Дальше ходим, вроде что смотрим, что там есть. Так, мы спрыгнем. Оп, на один блок. Я жду. О, железо уже вижу. Вижу железо, да. Может быть, железо нам пригодится для механизма, кстати. О, редстоун. А нет, это земля, чуть не упала. Так, выходи. И пахнет, ты пахнет сейчас тебе. Не, ну я просто готовлю. Опаньки, это надо. Ой,
давай. Лапа, лапа, лапа. Покажи, давай, покажи. Ага, тут гамма моды ночка. Короче, смотрите. Сейчас. О, кремень. О, алмазы нашла. Я знала. Так, оно не было. Я так и знала, что нужно обкопать. Я же говорила тебе прокопать. Да. Ты говорила, что там ничего нет. Я говорила, нужно прокопать. Необычно. Ну, зато три алмазы нашла, могу еще. Еще одни алмазы. Ой, я под собой копаю. Блин. Милашка, куда? Алина. Я спаслась. Только не так. Блин, капец. А ну что тебя это зачарованная броня. О, я не подняла, кажется, алмазы, они сгорели. Один у меня. Отдай мне. Ну хотя, не надо. Давай. Я тебе уже даю. Ну ладно. А, да. Ты с ним факела выложила. У тебя есть факела? Да. Вот, блин. Я пошла. Я факела. Давай. А пока что еще лаву покупаю. Вдруг найду. Он такой интересный, там такой жирить, он понадобится мне. Давай, короче, на выживание играть будет, потому что алло. Не, на выживание играть. Да, я на выживание буду сейчас. Только в творческий не надо больше. Опаньки, шахта. Я за шахту. Я же говорю про копать. Так, подожди, без шахты он будет не накопать. А, не, она маленькая, совсем вообще почти не шахта. Нужно лаву просто обкопать. Там же могут быть алмазики еще. Нет, алмазов тут больше нет. Лишь мы нашли только вот такие. Ну что ж, не помогу. Да, алмазы нужны. Вот, блин, жалко. О, вот еще лава, кстати. Нужно ее тоже обкопать. И вокруг нее, короче, мы, вокруг другой лавы, которую я только что нашла, я нашла. Зацепила. Зачем я поднялась? Зачем между другими моди было? Да. Привет, это не сильно. Хорошо, сейчас подожди, только нужно аккуратно сейчас отойду, потому что тут лава, я нашла другую. Вот я тебе принесла, короче. О, ну тут вокруг этой лавы тут ничего нету. О, погнали, следуй. Да, привет. Вот, короче. А, факела, дай мне факела, пожалуйста. Давай я выставлю. Давай. Я копать буду, когда буду ставить. Опа, не пишу, это железо. Я всегда камень с железом купил. Не понимаю, почему. Ты с геймода вышла? Да. Молодец. А ну отойди, я буду копать. Дай тебе быстрее докопать. Нет. Я могу геймод прописать, и вообще будет. Да. Ой, ребят, короче, эту серию мы посвящаем опять копаниям в шахте. Ну, о, это железо пропустило. Ха-ха-ха. Ой, вот тут дохрена. Ой, дофигища. Еще какой-то уголь. Уголь. Так, Димот, не переключаться, алло, Фоли. Мы играем, ты держи. А ты чё копаешь? Да чего? Редстоун. Алло. Сыграл уже.
Хорошо. Я поняла. Ребята, не будем прощаться. Всем пока-пока.